читальном зале научной библиотеки колледжа искусств открыта книжно-иллюстративная выставка «Выдающийся композитор, пианист, педагог», посвященная Ференцу Листу. Ференц Лист оказал огромное влияние на развитие музыкальной культуры всей Европы. Основная сфера его интересов – музыка и композиция. Как пианист он начал выступать в раннем возрасте, постепенно совершенствуя и оттачивая свой талант. Вскоре он был непревзойденным пианистом-виртуозом, обогатившим звучание фортепиано новыми красками. Поэтому первые его художественные идеи оформились в фортепианной музыке. На выставке несколько его фортепианных работ – «Годы странствий», «Этюды», «Вальс экспром», «Концертные этюды». Именно Лист ввел применительно к своим симфоническим крупным произведениям название «Музыкальная поэма». Таковы «Гамлет», «Прометей», «Прелюды». Листа привлекает и образы народной стихии. На выставке фортепианной работы «Испанская рапсодия», «Венгерская рапсодия», «Симфоническая поэма Венгрия». В симфонических произведениях Лист проявил себя как смелый новатор в области музыкальной формы и гармонии. Симфоническим работам Листа посвящена работа известного музыковеда Краукльса. На выставке представлены романтические песни, по-своему решенные Листом, «Лорелея» на стихи Гейне, «Как дух Лауры» на стихи Гюго, три сонета Петрарки, сборник «Избранные песни». Также на выставке аудиозаписи с произведениями Листа. Листу посвящено множество исследований. На выставке популярна монография Мильштейна, книги о Листе, Радской, Александровной, журнальная публикация и художественное произведение «Роман Лист».